Гостями первого итало-азербайджанского международного кинофестиваля станут известные представители итальянского кинематографа. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов известного итальянского актера и режиссера Ремо Джерони, широко известного по роли Тано Кариди в телесериале об итальянской мафии «Спрут», и режиссера Клаудио Росси Массими. Будет в общем показано в течение 5 дней 15 фильмов, как художественных, так и документальных. У нас в программе имеется воркшоп. Воркшоп будет поделен на несколько частей. Там, конечно, будет мастер-класс от самого Ремо Джерони. Далее будет мастер-класс от Клаудио Росси Массими, то есть и по режиссуре, и по продакшену. Среди представленных на кинофестивале азербайджанских фильмов – картина режиссера Шамиля Алиева «Степняк». Премьера фильма состоялась в ноябре 2012 года. Он был представлен на десятках международных кинофестивалей, в том числе и в Италии, и был удостоен множества наград. Этот фильм, когда снимался, я старался педалировать на общечеловеческие ценности на многие годы вперед. Какие-то антиглобализационные процессы идут в мире. В свое время глобализация натиском шли на многие страны мира, и многие народы были на стадии потери своих культурных ценностей. Степняк поднимает такого рода вопросы, ставит перед человечеством вопросы, что не всегда хорошо идти по натиску и подчиняться глобальным культурологическим процессам. Не надо забывать свои корни. Режиссер выразил уверенность, что фестиваль станет хорошей площадкой для сотрудничества азербайджанских и итальянских кинематографистов. Также он важен в целом для развития азербайджанской киноиндустрии, отметил Шамиль Алиев. Такого рода фестивали являются очень хорошей ареной для совместных проектов. Италия является страной Евромаша. В этом смысле наша страна могли бы через итальянскую площадку выйти на мировую арену. Знаете, Евромаш – это очень огромный большой кинофонд. Помимо азербайджанских и итальянских фильмов, в рамках фестиваля состоятся показы нескольких картин других стран. Все интересуются, и не только люди, которые занимаются кинематографией, то есть люди просто, которые любят кино. Не начав даже первое, мы уже задумаемся о втором этом кинофестивале, но мы думаем увеличить географию, чтобы уже были включены фильмы из других европейских, так и неевропейских стран. Цель проведения фестиваля – укрепление культурных связей между Азербайджаном и Италией, популяризация прошлого, настоящего и будущего кинематографа. В завершении фестиваля состоится церемония вручения премии «Зороастр». А пока организаторы приглашают всех любителей кино на показы. Эсмира Алиева, Рауф Гусейнов, Руфат Аликперов, CBC.